Парламентская ассамблея Совета Европы признала Путина диктатором. За соответствующую резолюцию проголосовали все 43 депутата ПАСЕ. Резолюция еще больше ограничит возможности Путина на международной арене. В Страсбурге находится наш коллега Олег Борисов. Он на прямой связи со студией Freedom. Олег, здравствуйте. Вас. Здравствуйте, да, Ирина, здравствуйте. Да, приветствую. Ждем от вас еще больше деталей о сегодняшнем голосовании. Вам слово. Ну, смотрите, сразу хочу начать от эмоций. Эмоции здесь зашкаливают в самой парламентской ассамблее Совета Европы. Аплодисментами приветствовали решение и голосование за данную резолюцию. Путин – диктатор. Теперь официально. Это уже подписано, задокументировано. Правильно, Ян, вы сказали, что абсолютное большинство, точнее все депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы, 43 депутата проголосовали за, 0 против. Что дает эта резолюция? Эта резолюция говорит о том, что после выборов в Российской Федерации, которые уже запланированы на 2024 год, понятное дело, кто станет следующим президентом, это не является какой-то там каким-то секретом. Мы все прекрасно знаем, как в Российской Федерации проходят выборы. Так вот, Путин в случае переизбрания президентом автоматически становится нелегитимным. Что это дает? Это дает абсолютную блокаду на международные арены. То есть это еще больше блокирует деятельность Путина как президента страны-агрессорки Российской Федерации на международной арене. Конечно же, это рубит, так бы сказать, такие себе ниточки на влияние Путина и кремлевской вертикали на международной арене. Это если говорить непосредственно о той резолюции, которую приняли буквально полчаса назад здесь, в парламентской ассамблее Совета Европы. Ну, осенняя сессия, да, вот она была достаточно насыщенная, Украина постоянно была в центре внимания ПАСЕ. Какие основные темы поднимались в Страсбурге? Ян, хотел бы еще уточнить, что стартовала в начале этой недели четвертая осенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, и стартовала она с вопроса Украины. Это очень важно, потому что это одна из самых важных институций Европейского Союза, и именно первый вопрос с Украины. Вот здесь как раз сейчас уже здесь пусто, все находятся в зале заседания. А вот первый день здесь была и презентация картины, о которой в эфире Freedom я также говорил. Картина, которая была подарком Украины Совету Европы. И эта картина, что немаловажно, будет стоять на том месте, где раньше были установлены российские картины. То есть культурный уже, условно говоря, фронт, да, условно говоря, подчеркну, он также российский культурный фронт отсюда убирается, российская культура. Также было принято ряд резолюций. Одна из них — это всеобъемлющая резолюция, в которой очень много пунктов важных для Украины. Это и дальнейшая поддержка экономически Украины, технические вопросы касательно восстановления. И что очень важно, я напомню, в этой институции о военной поддержке, о милитарной помощи речь не шла. Здесь военная поддержка была на первой строчке. То есть, как говорят наши украинские делегаты, еще 2 года назад здесь, в этой институции, даже нельзя было и слова молвить о военной поддержке. Шла речь только о гуманитарке, экономике, технической помощи. Сейчас же на первой строчке военная. Это говорит о том, что и в европейской институции, в Европейском Союзе, и здесь, в парламентской ассамблее Совета Европы, уже понимают, что с Путиным сегодняшнего дня диктатором уже договариваться не получится. И только силой можно победить силу, агрессивную силу Российской Федерации. И на завершение скажу, да, очень важные резолюции были приняты. Абсолютно все резолюции, которые здесь были проголосованы, приняты, они были все как раз на пользу Украины. И, конечно же, историческая справедливость, как сказала Мария Мезенцева, глава украинской делегации парламентской ассамблеи Совета Европы, это новая история. Как раз госпожа Мезенцева обращалась к и президенту парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Коксу и сказала: вы пишете новую историю, принимая то, что Голодомор 30-х годов – это также был геноцид украинского народа. Вот эти все пункты во всем объединении делают очень мощный удар и толчок на дипломатической арене на пользу Украины. Олег, спасибо большое за это включение, за хорошие новости. На связи был наш коллега Олег Борисов из Страсбурга. Там продолжается осенняя сессия ПАСЕ.